У Путіна зараз настільки все погано, що він ні-ні, а й подивиться Арестовича. Марко, я тебе рассказывал историю, когда я еще был молоденьким актеричком, перед тем, как стать молоденьким лейтенантиком? Все, 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 Леш, все, мы уже в эфире. Нас уже смотрит 2 миллиона следаков, а, как говорится, кто пасет, тот подписывается на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Друзья, подписывайтесь в штанишки, чтобы не пропустить наш стрим. А у нас на связи советник Офиса Президента Алексей Арестович. Леш, привет. Леш. Взаимно, добрый вечер. Смотри, Леш, мы сегодня отвечаем на вопросы наших зрителей. Такой вопрос, Леш, что такое пятое-десятое в твоем исполнении? Пу-пу-пу, да, тут, друзья мои, действительно нужно объяснить, как это правильно сказать. Смотрите, сразу, после 4-9 идет 5-10. Далее 6-11, 7-12 и так далее, и так далее. Да. Ну, ясненько, ясненько. Значит, нас уже смотрит Найтмен через красный глаз. Нас смотрят куколды и воеристы. Подписывайтесь на Форт Мондео, на кредит, на мой и Алексея Арестовича. Да, господи, Марк, я же просил, чтобы ты об этом не говорил. Не, ну мы обязаны были об этом сказать. Ну, так. Алексей, смотри, такой вопрос. Да, а вот здесь действительно нужно разбираться. Давайте разбираться. Смотрите. Значит, есть два уровня. Тактический и оперативный. И если эти два уровня сложить, получится ровно на один уровень больше. То есть два больше, чем один, получается. Абсолютно правильно. Прописью да, ху, что, правильно, много. Но, Марк, ну, нужно же разъяснить для зрителей, которые не разбираются в военном деле, что две, максимум три недели, это 14-21 день. И так далее, и так далее, 5-10. Подожди, подожди, Марк, а где был вопрос? Ну, в принципе, вопросы не главные. Главное, подписывайтесь. Нас уже смотрит с Асгарда сам Геймдаль. Гарри Поттер через омут памяти и Алиса через Колин Мелофон. Костя, что ты мне налил, Костя? Как это? Костя!